Ансамбль современной музыки ИГИРУ, Гёте-институт Казахстан и независимый театр «Артишок» представили на суд зрителя невероятный концерт, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Театрально-музыкальный эксперимент получил название «Бетховен Мьют», и описать его можно очень по-разному. Творческий путь Бетховена и его влияние на мировую музыку, исследование состояния современного общества через музыкальные эксперименты, попытка понять, насколько мы можем быть глухими, проводя дни напролет в наушниках, которыми словно огораживаемся от мира. Ну, во-первых, мы решили исследовать вынужденную изоляцию звуковую Бетховена. Мы все в этом году стали немножко Бетховенами, все были в изоляции. Поэтому мы придумали такой нарратив сложный, где мы как бы исследуем его глухоту. Дело в том, что его глухота повлияла на развитие музыки. Чем больше он глох, тем больше он раскрывал границы музыкальные. Назвать однозначно результат этой работы спектаклем или концертом было бы неверно, что никто из создателей делать не стал. Слово, которое неизменно звучит в описании происходящего – эксперимент. При этом эксперимент математически выверенный, точно и идеально выстроенный. 5 произведений, 5 великих мастеров, представить которых в единой системе координат на одной плоскости невозможно. Разрыв в их истории от момента рождения первого до смерти последнего – 222 года. Случайно ли это математическое совпадение? Электроакустические интермедии, послужившие связками или переходами между произведениями классиков, написал композитор Санжар Байтереков, и в работе он отталкивался от материала, звучавшего в постановке. Мы выстроили линию преемственности. Это Брамс, это Шёнберг, это Лахенман и Кейдж. Таким образом, такая получилась картиночка как бы некой такой глухоты. И между этими композиторами, между этими произведениями я написал специальные интермедии, посвященные... То есть я брал материал композитора, который звучал предыдущий, да, допустим, Бетховена, работал с его материалом, потом это был у меня Шёнберг, потом Лахенман, вот, и в конце я соединил весь этот материал и сделал такой электроакустический интермедий. Линия преемственности от времен Бетховена до наших дней воссоздается через произведения композиторов, которых считают наследниками мастера. При этом стоит учесть, что преемственность вовсе не означает прямое сходство. «Бетховен Мьют» — это авторский, эксклюзивный и абсолютно экспериментальный проект. Экспериментальный с точки зрения самой музыкальной программы, с точки зрения соотношения театрального и музыкального начала, с точки зрения соотношения акустической музыки и электроакустических интермедий, с точки зрения самой идеи и концепта, который доносится в этом проекте. Мы старались выстроить линию, которая хронологически как бы все больше и больше отходит от Бетховена. Причем не только хронологически, но и с точки зрения музыкального языка, правил композиции, правил строения формы и так далее. Но с другой стороны, все эти композиторы, как ни странно, сегодня считаются наследниками Бетховена. И вот если мы возьмем историю каждого композитора, то это на самом деле удивительно и интересно, потому что Брамса всегда считали прямым наследником. Галина Пьянова, которая в «Бетховен Мьют» выступает и как актриса, и как режиссер, решилась в ходе премьеры и на импровизацию. Выход в зрительный зал с тем, чтобы проинтервьюировать зрителей, узнать, чего они ждали, отправляясь этим вечером в театр, и насколько их ожидания совпали или, напротив, оказались далеки от реальности. Для меня это определенная вообще территория, сегодняшний спектакль – это территория эксперимента для всего «Артишока». Когда мы с ИГИРУ, это всегда так. И это очень здорово, потому что мы, имея определенные обстоятельства, не так часто, к сожалению, экспериментируем. А здесь они предложили такую концепцию крутую, что идею, что как-то вот не захотелось заниматься постановкой. А мы пошли за музыкой, и мы проверяем… Что такое вообще современное общество, насколько оно слышит, не слышит, и вообще что такое не слышать? Вроде бы имея уши и слух, но не слышать.
Потому что про Бетховена же, который реально не слышал. Впрочем, стоит отметить, что экспериментом эта работа была не только для артишока или зрителей, совершенно не ожидавших ничего подобного. Экспериментом исполнения Шёнберга или Лахенмана стало и для музыкантов Игеру, которые известны в первую очередь как ансамбль современной музыки. Но вызов был принят и принят с воодушевлением. Мы любим экспериментировать. Наш ансамбль любит экспериментировать. И с артишоком мы уже сотрудничаем довольно часто. И вот сегодняшний концерт – это будет еще один наш эксперимент, потому что музыку, которую мы сегодня исполняем, это как бы не наш формат. Это Брамс, это 18-19 век. И сегодня мы попробуем, ансамбль современной музыки попробует играть именно музыку такого направления. Это будет синтез такой. Шёнберг никогда в Алмате не исполнялся, вообще в Казахстане не исполнялся Шёнберг. Мы первый раз знакомимся с его музыкой, с его творчеством, с его партитурой. О «Лунном Пьеро» я знал раньше, но только вот в качестве изучаемого материала. Вот. А теперь нам сегодня предстоит вот и алматинскому слушателю показать действительно позднего Шёнберга. И мы исполняли раннего Шёнберга там произведение. Это конечно, небо и земля. Ева Шмидт, директор Гёте-институт Казахстан, отметила, что эта коллаборация дает нам всем толчок к развитию, расширению собственных границ. И тут уже не важно, в какой стране вы живете, на какой культуре выросли и сколько вам лет. Я думаю, что вот эта комбинация перформативная очень здорово сработана. Ты получаешь что-то, чтобы увидеть, и что-то, чтобы услышать, как минимум на двух разных уровнях. И в то же время они объединены в целое. И в итоге то, что мы получаем, комплексно воздействует на нас, на мозг, на зрение, на слух. Будет ли понятна такая подача классического материала большинству? Отправится ли зритель, вдохновленный сценическим действом, изучать наследие того же Лахенмана? Это может быть понятно, если вы открыты новому и имеете интерес узнать больше. Я бы назвала это перформансом, ведь это микс концерта, актерской игры, это концептуальный подход. Здесь мало быть просто любителем классической музыки. Здесь надо дать возможность мысли и восприятию. Это интеллектуальный вызов. Вызовом эта работа стала и для самих артистов. По словам Анастасии Тарасовой, актерам артишока пришлось непросто, но тем интереснее работа, не так ли? Идея принадлежит Гёте-институт Казахстан. И вообще это глобальные события, юбилей Бетховена. Весь мир отмечает 250 лет. И к нам Гёте-институт и ИГЕРУ, ансамбль современной музыки, обратились уже как к партнерам о поддержке, о создании идей. И, конечно, нам оставалось только подключиться к этой истории, придумать вокруг уже музыкального контента, вокруг невероятно крутого музыкального содержания, что-то, что не то, что там приукрасит или как-то развлечет, я скажу скромнее, как-то дополнит или немножко рядышком мы постоим с этой великой музыкой. Судя по реакции зрительного зала и долгим овациям, алматинская публика к необычным театрально-музыкальным экспериментам оказалась так или иначе готова, даже если не все из происходящего на сцене стало понятным большинству. Я думаю, что зрителей и слушателей нужно воспитывать уже. Да? Это не артисты должны подстраиваться под зрителей, а скорее артисты должны воспитывать зрителей и слушателей. И поэтому это просто замечательно. Ну а о том, как подобный перформанс оценил бы маэстро Людвиг ван Бетховен, доведись ему услышать и увидеть его, мы с вами можем лишь гадать.